здании Магнитогорской полиции состоялась пресс-конференция, посвященная проблемам уличной преступности. Исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Алексей Исаев рассказал журналистам о видах наиболее распространенных преступлений и о том, как уберечься от злоумышленников. Начиная рассказ, Алексей Исаев заметил, что личный состав полиции с криминальной обстановкой в городе справляется. Аврала и волны преступности нет. Наоборот, по сравнению с прошлым годом, показатели отдельных видов преступлений снижаются. В настоящее время у нас силами сотрудников мы снизили количество совершенных преступлений, таких как краж чужого автотранспорта на 48%. Параллельно с этим увеличилась и раскрываемость. На текущий момент она составляет 55%. По-прежнему наиболее популярными видами преступлений остаются грабежи всех мастей, распространение наркотиков, а также повторное управление автомобилем в пьяном виде. Пальму первенства среди самых криминальных удерживает густонаселенный Орджоникидзевский район. Здесь грабители зарятся на чужое имущество чаще всего. Без происшествий удалось сработать охранникам общественного порядка в минувший день метро. Ощутимую профилактическую роль играет и проведение регулярного спецмероприятия под названием «Ночь», в ходе которого более 300 сотрудников полиции, Росгвардии и других правоохранительных ведомств совместными силами выявляют затаившихся преступников. Всего раскрыто нами было 27 преступлений, задержано 7 лиц, находящихся в розыске, составлено 235 административных материалов, изъято более 10 грамм наркотических веществ, 942 единицы алкогольной продукции и 2 единицы огнестрельного оружия. В заключении беседы Алексей Исаев посоветовал горожанам осторожнее относиться к незнакомым людям и не оставлять без присмотра свои вещи в салонах автомобилей и в торговых центрах. Станислав Юрин, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВ-Ин.